Говорят, что все текущие дела нужно закончить до конца этого года. Ремонт не исключение. Сегодня поговорим о тенденциях в керамической моде. Проще говоря, о том, как выбрать красивую, качественную плитку. И в гостях у нас Нина Бернгард, маркетолог магазина керамической плитки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, рассказывайте, какой стиль сейчас в моде? Кстати, подождите, девочку забыли представить маленькую. Это Ирина, она сегодня будет нам помогать, да, Ира? Это помощница Деда Мороза, которая сегодня разыграет один из подарков от вашего магазина. Совершенно верно. Ну что ж, рассказывайте, что сейчас в моде? На сегодняшний день керамическая плитка выступает не только строительным и отделочным материалом. Это материал, который представляет эстетику вашего интерьера и экстерьера. Ежегодно наша компания выпускает новые коллекции, над которыми трудятся дизайнеры не только России, но и Европы. Тем самым мы имеем возможность предоставить нашему клиенту самые трендовые коллекции. Ну вот я так думаю, что самые трендовые коллекции мы видим на нашей барной стойке. Да, совершенно верно. Есть. Начнем с непревзойденного модерн стиля. Угу. Да, пожалуйста. Угу. Необычная форма, да, такая. Шестиугольная, да, и нужно обратить внимание, что трендовым цветом этого года является цвет Тиффани и цвет Бордо. Это вот такой цвет Тиффани, да? Цвет Тиффани и цвет Бордо, да. Если мы говорим о классике, это может быть мрамор. Угу. То есть мрамор, текстура мрамора, да. А совмещать можно вот цвет Тиффани с безусловно, вот да. Да. Если вы хотите сделать выдержку... Если вы хотите сделать безвкусную ванну, то, конечно, безусловно, можно. Если вы хотите сделать выдержку техно, да, вы можете использовать бело-черную композицию, чтобы добавить современности, добавляйте цвета бордо и Тиффани, получается эффект... Эффектный. Все с морозом, холодненько. Да, обратила бы ваше внимание и внимание наших покупателей на стиль patchwork. Как еще раз? Patchwork. А в переводе? В переводе с английского это лоскутные, рваные такие поверхности. Да. В этом году это новинка этого сезона. Можете взять так в ручки и показать. Из коллекции, две Венеции. Коллекция... представлена в шестиугольном формате. Да, она напоминает нам русские изразцы, в то же время итальянские мотивы майолики. Нина, а вот мы видим, что формат плитки бывает разный. Есть шестиугольные, есть вот какие-то продолговатые, прямоугольные, есть квадратные, и вот еще что-то есть необычные формы. Давайте поговорим вот именно вот о форматах. Такое? Вот это мозаика, да, видимо? Это называется карандаши и бордюры, которые служат декоративным элементом в ванной комнате, будь то фарточная часть. Мне кажется, можно такие серьги, в принципе, как бы делать, да, вот так раз. Да, очень актуально. Но мне кажется, что самая, наверное, такая экономичная в плане материала, да, на который крепится плитка, являются вот такие вот большие пластины, да? Большая пластина, новый трендовый размер, размер 30 на 60, и плюс она излюбленная коллекция наших дизайнеров в этом году, относится к стилю лофт. Олеся сказала, так как будто является плитоукладчицей. Говорит, нет, вот для такого формата нужно минимум материала. Я недавно пережила ремонт, поэтому я знаю, что такое, сколько нужно материала, то, чтобы положить плитку в ванну. Помимо данного размера, да, 30 на 60, казалось бы, такой большой актуальный размер, тем не менее мы выпускаем размер 30 на 1,80 и 1,20 на 2,40. А вот это вот, что интересно такое, это же получается плитка, но она похожа на... Я думала, это ламинат. Плитка, керамическое дерево, можете посмотреть. Вот давайте как раз о фактуре поговорим. То есть, про мрамор мы уже сказали, а вот это вот фактура дерева, да? Да, фактура дерева занимает на сегодняшний день очень лидирующие позиции. С 2005 года мы начали выпускать эту линейку, и на сегодняшний день имеем уже 18 структурных
моментов и 70 оттенков дерева. Ну что ж, мы вот сейчас наглядно убедились в том, что действительно в вашем магазине представлено огромное количество разноформатной, разнофактурной и разнодизайнерской керамической плитки. Но еще нам известно, что в вашем магазине проходила акция. Давайте о ней расскажем. Совершенно верно. С 22 ноября по 11 декабря прошла акция «Ужин на двоих» от Керам Мараца в ресторане «Бродвей». При приобретении керамической плитки на сумму 30 тысяч рублей наши покупатели заполняли купон, сохраняют документ, и, соответственно, сегодня мы узнаем, кто станет победителем. Ирина пришла не просто так сегодня к нам. Давайте ей поможем сейчас. Вращаем барабан. Давай, вращаем барабан. Помогай ручками. И найдем победителя, кому же достанется прекрасный романтический ужин на двоих в ресторане «Бродвей» от магазина «Керама Марацци». Доставай. Итак. Итак, Сарапулова Анна Борисовна у нас получает ужин в ресторане «Бродвей» от магазина плитки «Керама Марацци». Поздравляем вас, Анна Борисовна. Держи. Здорово. Не потеряй. И это еще не все. Есть еще какие-то акции и приятные сюрпризы для покупателей. Давайте о них тоже расскажем. До конца февраля 2018 года мы предлагаем нашим клиентам скидку до 40% на ряд коллекции керамической плитки. А также, помимо того, что мы являемся производителями керамической плитки, керамического гранита и мозаики, в нашем ассортименте есть сантехника и мебель. До 12 января мы предлагаем скидку 15%. Вот мы говорили на мебель, на мебель и сантехнику коллекции Бонжорно и Помпеи. Я хотела сказать, не будь дураком, делай подарки правильно. То есть сделай подарки нужные, тем более такие хорошие скидки. Но на этом мы тоже не заканчиваем и с сегодняшнего дня продолжаем акцию «Ужин на двоих» до 12 января. Сколько таких ужинов будет еще разыграно? Еще один ужин. У вас еще есть возможность выиграть ужин на двоих. Ну и что ж, огромное спасибо. В гостях у нас Нина Бернгард, маркетолог магазина «Керама Марацци» и юная помощница Деда Мороза Ирина. Ирочка, помаши ручкой. Вот так. Ну что ж, а мы продолжаем нашу программу.